За распространение поддельных лекарств через интернет предлагают сажать на 12 лет. Такой законопроект внесла в Госдуму группа парламентариев, в числе которых депутат от Алтайского края Александр Прокопьев. Законопроект предлагает внести изменения в 238-ю статью Уголовного кодекса. Это означает, что за распространение поддельных лекарств онлайн будет предусмотрена та же ответственность, что и за традиционный оборот фальсификата. Как отметил депутат Госдумы Александр Прокопьев, проблема обращения поддельных медикаментов в интернете достигла угрожающих масштабов. Там продают до 50% контрафакта в мире. Но прежде за это никто не нес ответственности. По новому закону правонарушителей ждет реальный уголовный срок, минимум 12 лет тюремного заключения. Такое же наказание предусмотрено за обращение поддельных лекарств, совершаемых офлайн. Отметим, депутаты Госдумы внесли предложение и об ужесточении административной ответственности за продажу лекарственного контрафакта, в том числе и в сети интернет. Размер штрафа для граждан может достигать 200 тысяч рублей, для предпринимателей – 800 тысяч, для юридических лиц – 5 миллионов рублей.